золотарю. Символ якоби – это знак перестановки, которая установлена по формуле. X переходит в AX по модулю, интересующему нас. Ну, в данном случае по модулю умножить на Q, если A взаимно просто с числом Q. Давайте, не переходя к символу Легендра, потому что, конечно, понятно, что можно давать определение символа якоби, расписывая по символам Легендра, но давайте все-таки объяснимся только на языке перестановок. Почему же вот такая формула верна, если у нас есть, ну, собственно, вот три объекта. Перестановка на остатках отделения на P, знак перестановки на остатках отделения на Q, и вот здесь вот знак перестановки отделения на P. Давайте докажем, что верна такая формула. Она фактически сводит изучение символа якоби к символу Легендра. Просто получается, что символ якоби – это произведение по всем простым, из которых… Да, нечетные ответы неправильные, больше нуля, это вы помните. Давайте это сделаем. Наверное, имеет смысл посмотреть на какой-то конкретный пример, потому что на самом деле это очевидно. Если задуматься о том, как эти циклы устроены, то это вещь вполне очевидная. Ну, давайте все-таки посмотрим на каком-нибудь совсем небольшом примере. Скажем, чтобы легче было считать, давайте возьмем число А – это 2, П – это 3, Ку, ну, 4 не могу взять, но 5 могу. Вот. Достаточно маленькие числа. И посмотрим, как же устроены эти перестановки. Ну, перестановка для P равно 3. Умножение на 2. Это что такое? Остатки бывают такие. 0, 1 и 2. 0, разумеется, переходит в 0. 1 переходит в 2 при умножении на 2. 2 в 1. Отлично. Как устроено для 5? Ну, 0, разумеется, опять переходит в 0. Дальше единица переходит в двойку. Двойка переходит в четверку. Четверка в тройку, тройка в единицу. Вот два цикла, и там два цикла. Здесь, конечно, могло быть гораздо больше. Вот. И смотрите, что из этого. Вот этот цикл — нечетная перестановка. И вот этот цикл тоже нечетная перестановка. А это, разумеется, четная, и это четная. Отлично. А теперь для 15. Что же у нас будет для 15? Наверное, имеет смысл все остатки расположить в виде такой таблички. Так будет понятнее связь с числами 3 и 5, да? В ней три строки, естественно, в ней 5 столбцов. Вот. И здесь я пишу остатки отделения на 5, здесь пишу остатки отделения на 3. Ну и, собственно, в общем случае будет ровно так же. Да? И теперь давайте, во-первых, напишем все остатки, как они есть, отделение на 15. Ну, скажем, здесь будет остаток 0, здесь будет остаток 1, здесь 2, правильно? То есть вот эта идея диагонального заполнения. Теперь остаток 3 надо писать сюда, 4, 5... Дальше 6 дает остаток 1 при делении на 5 и при этом делится на 3, 7, 8, ну, все понятно. Здесь вот будет 9, 10, 11, 12, так давайте еще проверим. При делении на 5 остаток 2, при делении на 3 остаток 2, замечательно. 13, 14, все, заполнена табличка. И вот теперь
нужно на этой таблице посмотреть, как работает умножение на 2. Ну, смотрите, 0 при умножении на 2 переходит в 0, это понятно. Ну, дальше пойдем. Шестерка при умножении на 2 переходит в 12. 12 переходит в 24, то есть в 9. 9 переходит в 18, то есть в 3. 3 переходит в 6. А вы понимаете, почему так все было? Потому что это происходит на нулевом уровне, и уж если остаток был 0, то он всегда и будет 0. И фактически здесь мы увидели вот этот цикл. Хорошо. Давайте посмотрим здесь. Наверное, уже все понятно, да? Здесь у нас вот такая ситуация, потому что опять 0. Так, хорошо. Здесь мы увидели вот такой цикл. Теперь смотрим здесь. Единица переходит в 2. Двойка в четверку, 4 переходит в 8, 8 переходит в единицу. Хорошо. Теперь немножко здесь накладываются, к сожалению, эти стрелочки, но все уже увидели, что вот есть один цикл длины 4. Теперь смотрите, из 7 идем в 14, 14 на 2 это 28. То есть надо теперь возвращаться вот сюда, в 13. 26 даст нам с вами 11. 26 один сравнение, да? 11 на 2 даст нам 7, а 7 на 2 даст 14. Вообще-то получился тоже цикл длины 4. У нас есть на этой картинке цикл длины 1. Цикл длины 2, цикл длины 4 и 2 цикла длины 4. Наверное, имеет смысл все-таки посмотреть еще какой-нибудь пример. Теперь давайте так же, как в прошлый раз, нарисуем две отдельные схемы. Умножение на 2 по модулю P выглядит очень просто. Это мы уже рисовали. 0 переходит сам в себя, и единица с двойкой меняются местами. Умножение на 2 по модулю 7 выглядит немножко сложнее. То есть, опять же, есть неподвижная точка 0, но здесь, смотрите, 1 в 2 в 4 и в 1, и другой цикл. 3 переходит в 6, 6 переходит в 12, то есть в 5, и 5 переходит в 3. То есть, есть один цикл длины 1 и один цикл длины 2. Здесь один цикл длины 1 и два цикла длины 3. Отлично. А вот теперь давайте, наверное, имеет смысл для ясности вот эту таблицу перерисовать. Потому что если я сейчас начну здесь рисовать стрелочки, то единица, конечно, перейдет в двойку, но двойка уже перейдет далеко-далеко в четверку, ну и так далее, да? Из четырех нам придется идти в восемь, и, наверное, я не справлюсь. Давайте я сделаю так. Я
Вот здесь я ничего не буду делать, потому что здесь и так все хорошо. А вот по оси абсцисс я введу другую нумерацию. То есть я напишу 1, 2, вот здесь напишу 4, понятно, да? А здесь напишу, сначала, что было, 1, 2, здесь будет новое 4. А здесь у меня будут 3, 6 и 5. Замечательно. Это не так трудно сделать. Для этого, на самом деле, надо первые вообще не трогать. Ну и в общем случае, разумеется, это тоже не проблема. Да? Так переставить столбцы и строки всегда можно. Значит, надо просто поменять местами 3 и 4. Теперь рисуем все наши циклы. Очень важно понимать следующее. Есть вот такие границы, через которые циклы проходить не будут. И здесь то же самое. Вот такая вот граница. И, кстати, давайте-ка мы сразу будем объяснять общие доказательства. Потому что примеры все, конечно, хорошо. Ну, это все уже помнят, поэтому я стираю, хотя бы значения международные такие. Так вот, и давайте поймем следующую вещь. Циклы по модулю P бывают, а бывают циклы по модулю Q. Отлично. Так вот, циклы бывают четной длины, а бывают нечетные. И давайте разбираться с количествами, каких циклов сколько. Циклов нечетной длины по любому из модулей будет нечетное число. Почему? Потому что само число P или там, само число Q нечетное. Когда вы берете любой цикл четной длины или несколько таких циклов, вы выбрасываете четные числа. Циклы нечетной длины остаются. Так вот, когда вы разбиваете нечетное число в сумму нечетных слагаемых, то количество этих самых слагаемых нечетное. Значит, здесь мы знаем. Здесь количество будут там какие-то числа альфа и бета, и символ. Это как раз и есть минус единица в степени альфа, это по золотарёву символ А по П, и минус единица в степени бета, это символ А по Q. То есть нас интересует с точки зрения символов четность этих самых количеств альфа и Б. Замечательно. Теперь рисуем вот в этом случае циклы. Значит, 0 переходит в 0, понятно. 7 переходит в 14, 14 переходит в 7. Здесь все просто. 9, 18. 18 умножить на 2 это 36. По-моему, 21 это 15. Вот здесь все просто. Здесь то же самое. 3, 6, 12. Все понятно. Вот. Здесь дальше интереснее. У нас с одной стороны цикл нечетный, с другой четный. Ну, смотрим. Единица в двойку, двойка в четверку,
четверка в восьмерку, 8 в 16, 16 в 11, 11 умножить на 2 это 22. Сейчас, что-то я ошибся. А нет, не ошибся. 22 это как раз надо вернуться в единицу. Все замечательно, не ошибся. 22, по-моему, для 21 это единица. Вот замкнулся. 1, 2, 4, 8, 16, 11, 1. Отлично. Ну, проверяем здесь. 10, 20, 19. Что дальше? 38 минус 21 это 17. 34 минус 21 это 13. 26 минус 21 это 5. И 5 умножить на 2 – это 10. Опять. Вот. Ну, на этой картинке, впрочем, у нас нет ситуации, чтобы здесь был цикл четной длины. Просто они здесь все нечетные. И здесь был цикл четной длины. Но в предыдущем примере у нас такая ситуация была. Поэтому, на самом деле, вместе... Я думаю, что эти примеры уже более-менее ситуацию проясняют. Вот здесь цикл чёрной длины, и здесь цикл чёрной длины. Так, все, поехали с ситуацией. Циклы бывают чётной длины, циклы бывают нечётной длины. И мы сейчас должны посмотреть, как они взаимодействуют. Начнем с самой простой ситуации. Пусть у нас есть цикл, который при проекции на обе оси дает цикл нечетной длины. Ну, в таком случае, в общем, очевидно, что длина этого цикла тоже нечетная. Ну, один из простейших способов это объясниться вот как это. Что значит, что мы зациклились? Это значит, что а в степени x сравнимо с единицей по одному модулю, а в степени y сравнимо с единицей по другому модулю, где x и y нечетные числа. Ну и при этом, тут единственное, нельзя писать по модулю p. Надо писать по какому-то модулю p' и здесь по какому-то модулю q'. Вот почему. Числа по их не обязательно простые. И поэтому может быть, что мы умножаем на а число, которое имеет какой-то общий делитель с числом b. Поскольку вы помните, что а было взаимопросто, то на самом деле нужно сделать так. Вот если вы взяли какое-то число, которое имеет общий делитель с числом p, то надо разделить p на этот самый общий делитель, и это вот и будет то самое число p'. Вот. И, кстати, это всегда дальше будет так, потому что у нас, повторяю, числа по ику не обязательно простые. Я здесь взял 3 и 7 для примера простые, но вообще совершенно не обязательно они простые. Вот. Итак, x и y нечетные числа. Смотрим, что это в реальности означает. Это очень просто. Это означает, что а в степени x, y сравнимо с единицей по модулю их произведения. Ну и те самые нужные множители, тоже с ними все хорошо. Значит, получается, что а в степени xy сравнимо с единицей по модулю p'q', а значит, порядок числа а по модулю p'q' это делитель xy, а делитель произведения нечетных чисел это нечетное число. Значит, мы разобрали первый случай. Когда у вас проекция нечетная, то в этом могут участвовать только циклы нечетной длины, а вы помните, что они нам совершенно не интересны. Все. Теперь, когда наоборот обе проекции четные, здесь будет вот какая история. Здесь нужно будет написать 2х и 2y. Порядки будут четными числами, и срабатывает вот этот эффект, который мы видели на примере чисел на 3 и 5. Помните, проекция цикл длины 4, проекция цикл длины 2, а циклов был не один, а два. А давайте посмотрим. Оказывается, если а в степени 2х и а в степени 2y единица,
то а в степени 2xy можно записать как а в степени 2x в степени y. И то же самое можно записать как а в степени 2y в степени x. Вот это вот объясняет, что все хорошо по модулю P'. А это, что все хорошо по модулю Пушкина. Значит, порядок, некий, вот длина, это самое r, это делитель числа 2xy. 2xy делится на это самое r. Отлично. И теперь разбираемся, а сколько же будет вот в таком прямоугольнике цикл длины r? Их будет количество элементов прямоугольника, то есть 2х умножить на 2y разделить на длину цикла, то есть на r. Это будет 2 умножить на 2xy делить на r. То есть четное число. Значит, когда мы смотрим на цикл четной длины и цикл четной длины, то там, конечно, будут циклы четной длины, но их будет четное количество. И это означает, что они нас тоже не интересуют. Нас интересует только знак перестановки. Значит, когда четное количество перестановок одинаковой четности, можно не считать. Отлично. Теперь последнее, самое интересное. Возьмем цикл какой-нибудь нечетной длины, ну, скажем, вот, по модулю P это будет нечетный длинный цикл. Таких циклов нечетное число штук. А по модулю Q возьмем циклы четные. В таком случае цикл будет, конечно же, четной длины. И вот если у нас такая штука, а в степени x сравнимо с единицей по модулю P'. Х нечетное число. И а в степени 2у сравнимо с единицей по модулю Пушкина, то в таком случае порядок это наименьшее общекратное чисел х и 2у. Вот, давайте вспомним, как устроено наименьшее общекратное двух чисел. Это их нужно перемножить. Перемножить, значит, 2y умножить на x. И разделить на наибольший общий делитель чисел x и 2y. Вот этот самый наибольший общий делитель – это нечетное число. Значит, мы получаем циклы четной длины. Вот такая вот длина цикла – это четное число. В нечетном количестве. Поскольку цикл четной длины – это перестановка со знаком минус 1, и их нечетное число штук, то каждый такой объект нам даст, что у нас минус единицу знак перестановки. Да? Теперь, сколько их будет штук? А вот сколько? По одной оси нечетное количество, а по другой оси – бета. Значит, четность таких будет такая же, как четность числа бета. Теперь остался последний случай. Когда мы получили четный цикл при проекции на P, ну там, где берем остатки по модулю P, и цикл нечетной длины, когда мы проецировали на модуль, по модулю Q, ну тогда то же самое, четность будет такая же, как у альфа. А значит, общая четность такая же, как у альфа плюс бета. Значит, знак перестановки вот этой, это минус 1 в степени альфа плюс бета. Ну и, собственно, мы доказали. Еще раз. Циклы бывают четырех видов. Нечетное на нечетное, нечетное на четное, четное на нечетное, четное на четное. Когда четное на четное, я объяснил, что там будут четные циклы, но в четном количестве, поэтому это неинтересно. Когда нечетное на нечетное, будут нечетные циклы, в нечетном количестве, не важно, просто четный цикл вообще не интересует. А вот в остальных случаях, в таком случае, у нас четность будет вот такая же. В одном случае будет альфа,
ну, по-моему, будет 2. В таком случае будет бета, по-моему, будет 2. То есть, действительно, получается минус 1 в степени α плюс.